социальные связи просто по праву рождения. Например, Арсений Яровой, родившийся ровно через месяц после Дня кино, 27 сентября, попал в Книгу рекордов России как самый юный киноактер. День выписки мне звонит папа и говорит, значит, вот такое-то, такое-то предложение поступило. Я говорю, ну знаешь, я сама еще не знаю, что с ним делать, а тут еще и на съемки идти. Младенец родился срочно в кадр. Новорожденный Арсений талантливо сыграл в монаршую особу Екатерину II. Королевский гонорар 3500 рублей потратили на памперсы. Гендерное несоответствие с персонажем никого не смутило. Я просто подошел к медсестре и спросил, как может быть, мальчик выглядит? Говорит, до четырех месяцев. Пол вообще не чувствуется. До 4 месяцев. Поэтому... Где познакомились родители будущего героя «Светской хроники» и сколько зарабатывает юная звезда? Об этом в нашем следующем выпуске новостей на канале НТВ 19.20. В эти выходные в Петербурге...